Салют, друзья, на связи Савченков Иван. Я приветствую вас в новом видео, и сегодня я буду делать бит для Smokey Mo. Давай. Первое, что мне понадобится, это чумовой фанковый сэмпл. Когда я услышал этот трек, я понял, что бит будет просто пушка. Дальше добавим снейр. Тут основной снейр, дополнительный и удар палочки. Эта палка ничто. Все просто, ничего сложного. Потому что мы все с вами знаем, что у Smokey Mo достаточно простые, не перегруженные биты, но в то же время они дико качают. Кстати, а вы уже слушали новый альбом? Если да, то делитесь своим мнением в комментариях. Теперь давайте запишем кик. Простой, незамудренный кик. Добавим немного металлических звуков. У меня два тамбурина, которые один звучит так, другой так. И еще вот такой звучок. Плюс можно сразу добавить open hand. Следующее. Я покопался и нарыл вот такой вот перкуссионный луп. Немного его порезал, чтобы он звучал поинтереснее и более подходил к нашему биту. То есть он добавляет атмосферы и заполняет немного наш бит, потому что без него будет достаточно скучно. А если мы его включим, то будет уже поинтереснее. Плюс, если прислушаться, то open head как бы ведет беседу с этим сэмплом. Ну, именно с тамбурином, который вот здесь вот вступает. Плюс первый вот этот вот железный звук, он как бы подчеркивает начало такта. Усиливая его при этом. Давайте, конечно же, пропишем теперь 808 бас. Бас, как вы заметили, тоже не сильно замороченный, потому что, ну, лишние заморочки здесь не нужны. Здесь будет решать именно голос. Но самый кайф этого бита – это вот этот выкрик. Он прям… Белиссимо. Плюс тут еще две тарелки, одна развернутая, одна прямая. И сбивочка из томов. Плюс еще вот здесь на припеве у нас вот такой вот звучок. Я вырезал у него только вот эту первую часть, вот она, именно с саксофончиком. И клонировал, и развернул. И получилась вот такая вот штука. После припева я добавил два вот таких прикольных лупа. Один клэпы живые, другой джазовый. Плюс я понизил сэмпл на октаву ниже, и мы получаем следующее. На следующем квадрате еще добавляются задние приводные, вернее задние плановые тамбурины, и вместо рабочего барабана идет клевчик. Вот
принципе, и все. По сути, здесь очень мало всего использовано, очень мало всего задействовано, но в то же время он прям получился очень живой, очень драйвовый, очень кайфовый. Услышит его Смоки Мо или не услышит, это уже совсем другая история, но если вы мне хотите хоть как-то подсобить, то обязательно, если вам понравилось это видео, понравился этот бит, поставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк, неважно. Во-первых, любая обратная связь будет полезна мне, во-вторых, она поможет в продвижении этого видео. Также пишите в комментариях свое мнение об этом бите. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для следующих видео. Собственно, на этом все. Надеюсь, это видео было полезным. Надеюсь, оно вдохновило вас на что-то. До скорых встреч, новых видео!